Тебе помочь? Нет, я уже заканчиваю. После стилетов за руль страшно садиться. Как они, блядь, ездили? Ты готов? Всегда готов. А ты как? Отдохнула? Всю ночь спала, как младенец. Ты придумала что-нибудь насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. Ну, рассказывай. Ключ — это мы. Кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Погоди-ка, объясни еще раз. Ключ — это мы, да? Ага, кусачки — это Ави. Там, где отвертка, оно должно зарыться в землю. Зажим — это микроволновая электростанция. Она поможет нам приземлить Ави. Только почему ты хочешь сбить Ави именно там? Потому что как только оно упадет, нам надо будет его отыскать и заняться твоим чуваком. Там типичная калифорнийская пустыня. Плоско, сухо и пусто. Они у нас будут как на ладони, но тупить некогда. А микроволновая электростанция? Ну да. Надо туда завалиться. Угу. Ну, допустим. А потом что? Потом бахнем электромагнитным импульсом по Ави. Ну, давай бахнем. Как только оно окажется в зоне поражения, мы вызовем короткое замыкание. У них на борту все повырубается. В смысле, двигатели тоже? Абсолютно все. Без исключения. Двигатели, навигация, связь, все. Только не забудь, Хельман нужен мне живым. Постарайся не разнести это Ави к чертям собачьим. Да знаю, я надеюсь, он пристегнется. У меня есть одна идея, но даже если она сработает, мягкой посадки не получится. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. А станция чья? Государство или корпоратов? А не пофиг. Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп. Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Любишь гадить корпоратам, да? С чего это ты взял? Хотя нет. Погоди. Бестия, Нэш, стилеты. Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это точно. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. Вот я, например, вез однажды настоящую игуану. Серьезно? Живую? Ага, прикинь. Кто-то дал ей снотворное и упаковал в ящик. Не знаю зачем, но мне с этой работы нормально перепало. А что у тебя? Твое слово. Замдиректора по финансам Кавказа. Воу. Ну тогда ничья. В багажнике. Мертвого. О, ты выиграла. Сейчас приедем к Дамбе и там остановимся ненадолго. Откалибруем тебя с турелью. Надо, чтобы ты тоже мог ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Подключайся. Может, не будем тратить на это время? Будем. Разве что ты умеешь стрелять без поддержки и в движении. При этом в тебя лупят со всех сторон, и при этом ты еще во что-то попадаешь. Но мне почему-то так не кажется. Так что не выпендривайся, просто делай, что я сказала. Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком, иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключился. Стой. Сначала диагностика. Черт. Все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься, Панам, это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя окажется имплант с вирусом, который сзади на шее. У меня в голове биопроцессор, который работает независимо от мозга. Наверное, он и не проходит твою диагностику. Наверное. Никакие данные из него не утекут. Твоей тачке ничего не грозит. Ок, я верю, что ты ничего не сломаешь. Ну что, была не была? Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Отлично. Следующая цель. Один выстрел. Ага, и еще разок. Длинной очередью. Супер! Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Калибровка — это круто, но не мешало бы еще софт обновить. Сканер, контроллеры, все это устарело минимум на 2 поколения. Я тебе могу нарыть что-нибудь получше на блошином рынке в Кабуке. Если хочешь, конечно. Я подумаю. Главное, что сейчас все работает. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место, оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации, нападение на транспорт корпорации, похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Ну, может и так. То, что произошло, не могло не повлиять. Ты похож на меня больше, чем тебе кажется. Сам увидишь. Это работает в обе стороны. Может, это ты становишься похож на меня? Угу. Хера с два. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука — это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Так антенны идут по всей магистрали. Угу. И это нам на руку. Они же все связаны. Нам надо просто поковыряться в коллекторе. Пойдет цепная реакция, и будет импульс от всех антенн. Ави попадется как муха в паутину. Нам останется только ударить импульсом в нужный момент. Тогда пошли ударим. Когда приедем на станцию, я проложу обвод для детонатора, а ты перегрузишь системы. А если нам забить на сложности и просто взорвать всю станцию? Вообще я только за, но этот взрыв сразу запустит аварийную блокировку всех коллекторов. Мы даже снять ее не успеем, как весь Найт-Сити будет знать, что мы здесь. Мысль хорошая, но давай в другой раз. Окей, перегрузи систему. Это я хоть сейчас. Надеюсь, там ничего сложного. Я прав? Вроде нет. Просто выкрутишь все на максимум и все. Или сильнее, если получится. Ладно. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на подлете. Понял. Отлично, поехали. Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Бестия была права. Ви. Она говорила, что ты способная. Она была права. А, в этом смысле? Ну, это да. Но мы еще не перехватили это Ави. Так что я бы не торопилась считать Бестию провидицей. Кажется, я тебя раскусил. Да ладно, неужели? Что для тебя важнее? Выполнить задание или переубедить Бестию? Иди нахер. Я и то, и другое сделаю. Ну чё, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Окей, я готов. Дроны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали! Класс! Это все? Да, но тупить некогда. Найди панель Ви. Я подключу детонатор, давай! Блядь! Найди панель Ви. Черт, Панам, по-моему, мы переборщили. Жить будешь. Классно? Все мигает, как ебаная новогодняя елка. Ты хотела на максимум? Вот тебе максимум. Зашибись. Съебываем, пока нас тоже не поджарило. Ви, уебывай, пока с Чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собирался разложить тут плед и позагорать. Уже крем для загара достал. Я серьезно. В следующий раз мо... Джонни? Джонни! Твою мать! Так, я в норме. Дельтуй отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Нам вон на ту скалу. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Понял. На. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. Мы собираемся жахнуть по объекту Кан-Тао стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? Взрывы — это прямо то, что доктор прописал. Но ты прям читаешь мои мысли. Вот я заметил. Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. От ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави, а то пропустим еще. Вот оно, летит с Пасифики. Так, приготовься. Еще секунду. Еще? Давай! Бум. Готово. Черт, что такое? Что происходит? Супер. Просто супер. Попали! Панам, двигатели еще работают. Они сейчас уйдут. Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. Панам, ты что вытворяешь? теряет высоту. Ну все, им пизда. Поехали. Нормально. После такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты засек их? Прием. Ага. Ави без маркировки теряет высоту. Это Митч и Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генераторов. Езжай за ними, я скоро. Может, батареи Митч, Скорпион, это Панам. Не трогайте, это Ави. Повторяю, не трогайте, это Ави. Ага, еду. Придется начать праздник без... Это Кан-Тао! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпораты. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. 3 сигнала на радаре. Дрон. Да, приготовься. Они хотят нас задержать. Хера лысого! Мы должны добраться до Скорпиона с Митчем. Заела, что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заела. Вот. Они у нас на хвосте, Панам. Знаю. Гребаные защелки не открываются. Еще чуть-чуть. Панам! Да ничего со мной не будет. Вот так нормально. Еще часик протянул. Часика хватит. За этим холмом. Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука! Панам, все нормально? Долбаный рикошет. Ты как, жива? А то, живее всех живых. Чувак, ты где? Ага. Алло, Скорпион! Идите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, что вы тут. Ебануться! Что-то случилось! Ты слышал выстрелы? Ви, с ними что-то случилось! Проверим. Вижу Ави. Скорпиона нет. И Митча. Просроченный. Ай, хуй с ним. Ви, подключись к дрону. Просканируем округу. Надо узнать, что творится. Погнали. Подключишься к визору. Угу. Ви. Если они добрались до Альдекальдо, если Митч и Скорпион погибли... Знаю. Подключился. Беру управление. Нет. Мне жаль. Это твой клан? Альдекальдо. Да. Все погибли. Все. Ви, а если... Митч! Он жив! Их взяли в плен! Гранатомет. Нас разъебут, если подойдем ближе. Может, его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. Боевые дроны. Система защиты активна. Зачистили территорию. Теперь ждут подкрепления. Черт. Пять канов в патруле. Ви, это плохо. Если бы не эти блядские помехи, я бы их предупредила! Это все из-за меня! На кой хер они поехали за эти Ави? Бараны! Слушай, мы видели Митча. Наверное, Скорпион тоже у них. Найдем их и освободим. Если только они еще живы. Они живы. Все будет хорошо. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Давай так. Ты останешься в машине, а я... Ага, конечно, размечтался. Я с тобой. Там мои парни. Панам. Ты, может, не в курсе, но тебя ранили. Жди в машине. Я попробую разъебать гранатомет. Ну, ладно. У меня есть винтовка Митча. Я постараюсь прикрывать тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошел. Так, все чисто. Еду к тебе. Открывай дверь, я тебя прикрою. Давай! Не подходи! А ну-ка отошли и бросили оружие! Или я стреляю! Повторяю, бросайте оружие быстро! Спокойно! Мы можем сделать так, что никто не пострадает. Мы вызвали подкрепление! Пиздец! У тебя последний шанс уйти живым. Серьезно, давай договоримся. С чего мне вам верить? По нам! Стреляй! Заткнись! Чувак, на тебя всем насрать. Ты тут ни при чем. Отпусти его и скажи мне, где ваш пассажир. Я не знаю, куда его забрали. Ни хрена! Врешь, сука! Ты не знаешь или не хочешь говорить? Дайте мне наладить связь. Я позвоню своим и все узнаю. Панам! Но только если... Помнишь, что... Заткнись, сука! Блядь! Панам! Твою же мать! Хераси. Ты как? Ерунда, поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу. Забей. Пойдем отсюда. Мы не успели отойти, Панам. Они сразу перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион? Он здесь? Митч? Митч! Он же... Панам, прости меня. Я не успел. Нет! Нет! Ты уверен? Нет, он... Дерьмовая история. Соболезную. Жаль, что мы не успели. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Зачем вы поехали к Ави? Вы не видели, чье оно? В том-то и дело, что не видели. Оно было подбито, а мы знаем эти места. Сразу поняли, где оно упадет. Я подумал, им нужна будет помощь. В худшем случае мы бы просто забрали добычу. Я не знал, что все так будет. Все в порядке? Может, тебе помочь? Спасибо, что вытащил меня. Жаль, не смог вытащить всех. Ну что уж теперь. Мне нужен пассажир, который летел в этом Ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало, небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. Я поеду за ними. Останься с Митчем, я справлюсь. Я с тобой поеду. Я же обещала, что помогу. Кроме того, эти твари убили Скорпиона. Я им этого не прощу. Не спорь с ней, Ви. Бесполезно. Езжайте, я соберу людей. Тут есть чем заняться. Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой. Она любит ломаться. Возьмем байки. Отлично. Кан-Тао явно ищут Ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. Панам. Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Почему ты осталась со мной? Настолько хочешь отомстить? А тебе-то что? Я хочу поймать тварей, которые убили моего друга. Но с тобой у меня тоже уговор. К тому же... Без меня тебя просто раскатают. Ха, и то правда. Спасибо. Мы отправим их на тот свет. Всех до единого. Вообще, мне казалось, после той отвратной истории с Нэшем ты... Ви, слушай, я ничего не забыла и не забуду. Я до сих пор считаю, что ты вел себя по-мудацки. Ты же знаешь, я... Но, тем не менее, Митч жив. Благодаря тебе. Этого я тоже не забуду. Никогда. Тем более, я обещала, что ты получишь своего Хельмана, так что... Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там начинаются следы шин. Поехали по ним. Эти ребята были тут! Так, поехали за ними. Всех положили. Скорпион говорил, мне будет плохо в городе. Он так хорошо тебя знал? Может, даже лучше, чем я сама. Он говорил, что когда мне осточертеет город, мы накупим консервов, набодяжим в термосы кофе с виски и поедем, куда глаза глядят. Он хотел убегать подальше от всего. Клево. И я бы так хотел. Да, только он погиб. Почему так всегда? Почему везде сплошное дерьмо? Ну, слушай, всякое бывает. Но ты-то жива, и у тебя есть еще кое-какие дела. Угу. Как я могла забыть? Тут только старый бетон и ржавые железки. Если они хотели отсюда предупредить своих, их ждал большой сюрприз. просто не отделаешься! Я здесь, подходи! Господи, давай аккуратнее. Солдаты забрали Хельмана с собой. Ничего себе, как ты! Круто! Тогда ускоримся. Наверное, больше можно не искать. Хватит, тут никого нет. Надо проверить, куда Кан-Тао его забрали. Скорей. Ты была права, она сломалась. Ее еще пытались как-то реанимировать, но масляный насос сдох. Поршни не выдержали. Пару лишних минут это нам дало, но они все равно впереди. Оставили пару человек и поехали с Хельманом дальше. Разумно. Им же надо вызвать своих. Вряд ли они рискнут поехать через пустыню без прикрытия. Надеюсь, Митч связался с Альдекальдо, а то с этими помехами. За ним приедут, не волнуйся. Знаешь что? Что? Вот это и есть магия. Следы ведут на холм, старый бензоколон. Скорее всего, Хельмана увезли туда. Окей, я тебя прикрою. Дроны, патрули. Они засели тут. Ну да. Хельмана они, наверное, где-то держат взаперти. Блин, Ви, смотри. Распределители. Выглядит нормально. Не похоже на заброшку. Они могли вызвать сюда новое Ави. Ну, скоро увидим. Вы тут все поляжете, уёбки! Огонь! Огонь, мать твою! Вижу машины кочевников. Людей нет. Ага. Узнаю. Я внутри. Поняла. Хельман должен быть тут. Эй, спокойно. Нам надо поговорить. Кто тебя послал? Юринобу Арасака? Ты меня увезешь или... Вот же крысеныш. Сейчас или заорет, или убежит. Заткни его уже. Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчила не знает, кого ему больше бояться. Тебя или Арасаки. Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчила не знает, кого ему больше бояться, тебя или Арасаки. Ничего личного. Ты вроде собирался позвонить Такэмуре, когда найдешь Хельмана. Да, точно. Сейчас позвоню. Не забудь, у тебя есть туз в рукаве. Это Хельман. Постарайся на этом что-то выиграть. Такэмура спас мне жизнь, ты помнишь? Потому что это было в его интересах. Это все бизнес, ничего больше. Он тебе не приятель. Такэмура, хорошие новости. Хельман у меня. Живой? Что он сказал? Живой, живой. Только не слишком разговорчивый. Я везу его в мотель Сансет. Хорошо, я подъеду. Не отпускай его. Как скажете. Пока. Лучше вывести его туда, где тихо. Согласен. Похоже, твои новые друзья прикатили. Это он? Да, он. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Сиди смирно. А вот и кавалерия. Митч вызвал кое-кого из Альдекальдо. Все чисто. На дороге никого не было, но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Честно, лучше тебе не знать. Ну, в другой раз. Сол. Здесь мы закончили. Все чисто. Слышал, ты спас Митча. Он и Панам. Они оба мне помогли. Надеюсь, он этого стоил. Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать. Круто! Отворачивайся! Делай вид, что меня нет! А то у тебя всегда хорошо получалось. Погоди. Панам правда не виновата. Помолчи. Мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет. Ни в чем. Да, конечно. Это все из-за меня. Панам помогала мне. Если бы не я, Ави бы не сбили, и Скорпион со своими парнями за ним бы не поехали. Ты понимаешь, Сол? Если ты Альдекальдо, ты отвечаешь и за себя, и за свой план. Независимо от обстоятельств. Может, Панам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Альдекальдо? Просто охренеть. Да не парься из-за Сола. Он потом успокоится. Да, мне все равно. А ему далеко не все равно, Панам. Сол сказал ехать за вами, когда про все узнал. Он волновался за тебя, понимаешь? Сол? Это он сказал? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и травмы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся не лезть на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити? Я-то? Ну да, наверное. Мне надо посидеть и подумать о разном. Сол и Митч, они ведь правда считают тебя частью семьи. Может, стоит дать им шанс? Не все так просто. Как и в любой семье. Они на подлете. 2 минуты. Валим! Я тоже поеду. Байк Скорпион остается тебе. Осторожнее с ним. Эй. Где я? Что это за место? В жопе мира. А можно поконкретнее? Это не важно. Тебе все равно отсюда не выбраться. Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про биочип, который ты сделал для Арасаки. Хорошо. Только сначала давай кое-что проясним. Тебя прислал не Юринобу Арасака? Нет. Значит, у тебя ко мне предложение. Если твой босс платит больше, чем Кан-Тао, можем поговорить. Ты меня не понял. Это не предложение. Тогда чего ты хочешь? У меня в голове конструкт Сильверхенда. Это сводит меня с ума во всех смыслах. И будет еще хуже, если его не убрать. На плакатах об этом не писали. Даже мелким шрифтом. Как Сильверхенда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Я украл его. У Юринобу Арасаки по заказу одной тёлки, которая потом меня кинула. И ты решил, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было. Потом я словил пулю в бошку, и конструкт меня перезагрузил. Я знал, что план Юринобу провалится. Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Уникальный прототип Арасаки буквально оказался на улице. Сука, убери биочип из моей системы. Это не так просто. Я не понял сейчас. Это же ты его сделал. В чем проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Просто так его не вынешь. Мой рипер сказал... показал биочип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Да я чуть не сдох. Или ты что думаешь, что я первым делом поехал сбивать Ави Кан-Тао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип энграммы? Более... разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип, а не энграмма Сильверхенда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами. Они выпускались поштучно и стоили до хера. Все верно. А этих еще меньше. Они служат для установки энграммы в новое тело. Когда я уходил из Арасаки, проект был еще на этапе тестов. И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто. Эта модель должна была остаться в лаборатории. Прототип делали по приказу Сабура Арасаки. Он лично с самого начала курировал весь проект. Если бы не Юринобу, никто бы о нем и не узнал. А если бы не ты, проект бы не завершился успехом. Это настоящий прорыв. Так по плану должна работать эта новая версия. Вы хотели, чтобы энграммы выкидывали людей из их собственных тел? Так и должно быть. Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейтральными. То есть мертвыми? Да. Поэтому то, что случилось с тобой, так интересно. Как мне повезло. Теперь я сама уникальность. Так ты мне поможешь? Ну-ну. Мне надо на него посмотреть. Эй, мы едва знакомы. Ты еще не заслужил мое доверие. А как ты себе представлял нашу встречу? Чтобы тебе помочь, я должен тебя осмотреть. Ладно. Невероятно! Это похоже на... Жесть какая! Этот пиджак будет нам помогать. О боже! Что, впечатляет? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать. Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно. Единственное, что я могу сделать... давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это, жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты, и Сильверхенд. Я вижу его и могу с ним разговаривать. Это, конечно, не вполне разговор, но я понимаю, о чем ты. Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блять, может, хватит? Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в голове. Даже если у него другое мнение, он не может меня заставить. Не поспоришь. Таких упертых носителей еще поискать. Ты не то, чтобы с ним сражаешься. Его влияние будет проявляться постепенно. Медленно, но верно. В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым. Для прежнего тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик, террорист, самоубийца. Ну ебануться. И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Знаешь что? Хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак, ты пытаешься убедить меня, что бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь, если ты пойдешь со мной в Кан-Тао. Пытаться недостаточно. Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону. За мой счет. Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь, их надо спасти. Ебать мой лысый хуй. Он совсем, что ли? Сам же сказал, что ты прав. Забудь про Кан-Тао. Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кан-Тао предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Нет, блядь, у тебя. Нахуй нам сдался без них. Ви. Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Почти закончили. Где данные? Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотрёп. Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви, я запомню это. Ох, как жарко. У меня язык, как наждачная бумага. А, неужели Ви не дал тебе даже стакан воды? Возмутительно. Бесчеловечно. Я не такой. Ты сразу почувствуешь разницу. Я дам тебе целые ведра. О, нет, не стоит. Блять, что за... Блять! Да сядь ты, господи! Это биочип? Нет, это ты, сука! Убиваешь меня понемногу каждый день. Понемногу — это не в моем стиле. Тебя убивает чип, сделанный Арасакой. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла. Ебать Арасаку. Бла-бла, блядь. Взрывать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Не исключено. Собачимся, как два старых пердуна в парке. Пора бы немного остыть и начать доверять друг другу. Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити, а теперь хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Да ну, бред. Ни страдания, ни смерть не облагораживают. Легенды рождаются иначе. А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королем. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоша как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит. Просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была твоя смерть? Слушай, зачем вообще Арасака построила Микоши? Был бы я в голове Сабура Арасаки, а не в твоей. Ха-ха. Подкупай людей, промываем мозги, но только в Микоше ты можешь заглянуть им в душу, проанализировать ее и перепрограммировать. Они собрали там неплохую коллекцию. Все как один талантливые раннеры с убитыми душами. Наверное, их как-то используют, как-то контролируют. Власть над сердцами и душами. Вот зачем все это. Как обычно. Корпорации всегда стремились управлять людьми. Амбиции Сабуры еще больше. Он хочет управлять человечеством. Да, теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Ее не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? Честно, даже не знаю. А я тебе скажу. Хуже всего, что они могут изменить твою личность, а ты даже не будешь знать, что стал кем-то другим. Корпорации уже забрали у нас весь мир, а теперь тянут лапой к нам. Ты понимаешь, что ты делаешь со мной то же самое, что Арасака в Микоше? Да, понимаю. Поэтому я хочу тебе помочь. Идем. У нас много дел. Идем.